Овны, не исключены споры с родственниками, причем поводом может стать история прошлых лет. Выручит ваше чувство юмора. Тельцы, окружающие не верят в ваш успех. Не слушайте их, у вас все получится. Беритесь за новые проекты, привлекайте союзников. Близнецы, в личной жизни все складывается замечательно, но в деловой сфере дела не так безупречны. Вас беспокоит отношение коллег, однако не пытайтесь изменить ситуацию. Раки, вы в жизни достигли многого, однако это-то и тревожит вас. Рядом полно завистников, мечтающих испортить ваши счастливые дни. Львы, жизненный потенциал снижается и ухудшается самочувствие. Но настроение ваше из-за этого не портится. Вы сохраняете оптимизм. Так держать. Девы, день порадует долгожданными встречами. Также вы получите ответы на давно волнующие вопросы. Не исключено, что удастся урегулировать серьезный конфликт. Весы. В коллективе невозможно нормализовать рабочий процесс из-за соперничества, но вам все-таки удастся организовать все и деликатно поставить коллег на место. Скорпионы. Не бойтесь дать волю фантазии. Ваш творческий потенциал высок. Вы сможете самостоятельно изменить свою жизнь к лучшему. Слушайте интуицию. Стрельцы. Не сидите без дела. Этот день создан для того, чтобы действовать. Решите бизнес-задачи, найдите партнеров для сотрудничества. Козероги. Возможно, приятное известие от близких людей. Сложностей сегодня не ждите. Все легко удается, события дня радуют. Водолеи. Утром возникнет ощущение, что вы можете достичь поставленных целей. Но уже после обеда появится сомнение, так как ситуация меняется не в лучшую сторону. Рыбы. Возникнут разногласия с членами семьи. Понадобится много терпения, чтобы спор не превратить в серьезный конфликт.